Здравствуйте. Пять метров квадратных на каждого. Здесь, в следственном изоляторе, содержатся подследственные, подозреваемые, обвиняемые, а также осужденные. Последние отбывают наказание в так называемом хозяйственном отряде. Для всех созданы комфортные условия пребывания. Несмотря на то, что в камере функциональный минимализм, скамейка, стол, кровать и ящик для продуктов, также есть радио и телевизор. Каждый день сотрудники отдела режима и надзора проводят технический осмотр камер. Производим плановые контрольные обыска в целях изъятия запрещенных предметов, обнаружения подкопов, а также предметов, способствующих, например, совершению побега. Щи, макароны, гуляш, компот. Кормят в изоляторе вкусно и сытно. Например, порция супа 550 граммов. Питание у заключенных трехразовое, а несовершеннолетним полагается еще ланч и полдник. Пища изготавливается на пищеблоке учреждения, где занимаются специально обученные осужденные, которые имеют образование повар. И, соответственно, готовятся по технологическим картам. В СИЗО три режимных корпуса. Деятельность служебного заведения обеспечивают более 200 сотрудников и работников. Все они задействованы в разных отделах. В их числе спецотдел, оперативный отдел, отдел режима и надзора, охрана, группа по воспитательной работе, отдел коммунально-бытового обеспечения и, конечно же, медицинская часть, в которой работают терапевт, инфекционист, психиатр, гинеколог, хирург и зубной врач. Помощь оказывается как амбулаторная у нас, так и в стационаре. Имеется терапевтическое отделение и туберкулезно-легочное отделение. В случае необходимости мы тех заключенных, которые нуждаются в оказании медицинской помощи, которую мы здесь не можем оказать в тех объемах необходимых, они у нас направляются либо в муниципальные учреждения, государственные учреждения здравоохранения, как города Бийска, так и города Барнаула, либо направляются в наши профильные лечебно-профилактические учреждения города Барнаула. Ну вот восьмая камера, девятая. Девятку давай. Все помещения в следственном изоляторе перекрыты системой видеонаблюдения. На территории расположено порядка 300 камер, которые постоянно контролируют сотрудники. 38-я камера. Собирайтесь на прогулку. Одежда по сезону. Хорошо. Главная функция следственного изолятора, говоря простым языком, чтобы подозреваемые и обвиняемые не скрывались от следствия и суда. С поставленной задачей работники Бийского СИЗО справляются. Сбежать из камеры за все 150 лет работы изолятора еще никому не удавалось. Кристина Мелехова, Иван Зяблицкий, «Будни».